Пуньк-пуньк. Пуньк-пуньк. Пуньк. Так, всем привет, это Sega, и мы играем в игры. Значит, сегодня мы продолжаем обзоры разных игр и смотрим на демо-версию Pacific Drive. Вот, Pacific Drive. Я просто открыл Steam, все рассказываю как есть. Открываю Steam, смотрю, там игры куча, много разных, но есть демо-версии, есть вот эти вот простые игры, которые просто можно посмотреть, почему бы этим не заняться. Действительно. Меня же никто ничем не ограничивает. Поэтому у нас Pacific Drive. Благодарим за игру в пробную версию. Пробную версию вы также можете скачать, а эта игра выйдет в 20-х числах, мне кажется, по-моему. В общем, в феврале. Вот, посмотрим, может быть, потом на стриме поиграем. Также на стриме я, скорее всего, оставлю Atomic Heart, да пройдем. Да посмотрим. И еще у нас куча игр. Вот, просто нужно побольше стримов, наверное, все будет интересно. Играть. Настройки. Что у нас здесь по настройкам? Тряски, камеры, управление, игра. Ну, богатые настройки, богатые. Богатые настройки, изображение у нас тут. Все на максимуме, все на максимуме. Ну, просто мы максимальные. Так. Это какой-то около хоррор или около что, я не помню. Но, в общем, посмотрим. Мы в пути. Вот, я забыл опять посмотреть, что за игра. Но, в общем, что-то интересное. Это однозначно. Ничего пропускать не будем. Все посмотрим. В 1947 году на территории Олимпийского полуострова началось испытание новой многообещающей технологии. Совсем скоро по Америке гуляли слухи о невероятных открытиях, а вместе с ними история про экстренную эвакуацию и таинственное исчезновение необъяснимые явления. Успел. В 1955 году правительство решило оградить часть полуострова стеной и установить Олимпийскую зону отчуждения. Это как сталкер, да? На протяжении 30 лет границы зоны расширялись, пока правительство наконец не закрыло все пункты пропуска. Широкая публика так никогда и не узнала, что произошло за стенами. За стенами? Или за стенами? Ну вы знаете... Сейчас сразу же потише сделаю. Так, секундочку. Order from. Так, во-первых, вертикальная синхронизация вышла из чата, это мне не нравится. Звук. Давайте вот так вот. Блин, везде в 60 попадаю. Вот это сегодня день, конечно. Субтитры есть, музыка. Режим безопасного стриминга, естественно, мне, ну, вот ваши страйки не нужны. А, так, и мне нужно еще изображение, и мне нужно найти вертикальную синхронизацию. Все, шикарно, продолжаем. К югу от внешней стены. Включить дворник, это симулятор автомобиля? Включить фары? Так, ну ездим фарами, чтобы безопасно было. А, все готово. Газу до отказу. А чё, переключи передачу-то? У тебя машина 4000 оборотов крутит. Куда это тебе? Привыкни к аппарату. Ну ладно, видимо, не страшно. Так, надо по своей полосе ехать. А там мы что-то это... Как-то слишком дерзко ездим. Так, нам куда? Это что? Это завалено. Нам туда не надо. Назад, пожалуйста. Газу, 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 газу. Хорошо. Немного простыл, говорю, в нос. Вот, ну вот такая вот у нас погода, что можно легко простыть. Очень давно не простывал, и вот опять. Ну куда-то едем, куда-то едем. Дворники. Дождь пошел. Дворники. А передачу как переключить? Как переключить передачу? Ой-ой-ой. Мне хочу ехать быстрее. Я хочу прямо гнать здесь. Молния Маккуин, это я. Опа. Опа. Стена какая-то. Ладно. Опа-опа. Поворот резкий. Резкий поворот. Карты нет у меня. Ну вот уже стемнело. Так быстро. Но это максимум 50 км в час. Или миль.
Вообще не понимаю, зачем американцы придумали эти мили. Не американцы, кто это? Опа, что такое? Ничего. Назад. Есть же километры в час. Есть же версты, аршины. Давайте мерить скорость машин в аршинах. И верстах, типа, я еду 70 верст в час. Я гоню. Так, ну меня что-то напугает сейчас, нет? Я буду кричать. Я буду говорить, а-а-а. Нет? Пока нет. Фары Z. Так у меня есть уже фары, я уже давно на фарах еду, вы чё? Чё, я уж предусмотрительный, я машину вожу много лет. Я знаю, что нужно включать фары на трассе вообще всегда. Лучше вообще всегда, чтобы тебя видно было, чтобы тебя заметно было, чтобы ты ехал, и тебя видели люди. Опа, погнала, передачи начали меняться. Дал, 60 километров. Так, хорошо. Так, что по... дальше? Сворачиваем. У нас внедорожник, если что, к слову. Мы можем не бояться ничего. Так, дворники, хватит. Вы свою миссию выполнили. Ёптать, это что? Это были камни? По-шпионски, может быть? Не, ладно. Мне страшно уже. Уже какие-то звуки. Здесь еще хоррор. Что, так серьезно пугать будут? Ну это камни, это уже я знаю, это уже не страшно. Это SCP игры какие-то? А зачем я вообще сюда поехал? Я что-то не понял. Ебать, что это такое вообще происходит? Ну все, приехали. Но нет, ну куда, ну нет. Ну все. Ну все, нет у нас. Мы засосаны? Мы засосаны в какую-то хрень. Вот что я вам скажу. Так, ладно, мы живы. Мы живы, это хорошо. Могу идти. Олимпийская зона отчуждения. Добраться до укрытия. Я не говорю, это чисто этот, сталкер. Прикольно так-то выглядит. Интересно только, что будет дальше. Мне нужно будет стрелять, там, это, отходить. Будет ли сюжет. Пока что выглядит довольно интересно. Коробочки тут всякие летают. Зачем мне бег, только сказали? Я вот хочу все осматривать же аккуратно. Найти транспорт. Блин, а что я начал записывать видео? Мне так нос заложило жестко. Что это вы мне скажете на это? Методы лечения в комментарии, пожалуйста. А я вообще сюда иду? Мне туда можно было идти? Или там просто свет горел? Там меня просто пугали? А, подождите, это круг. Это круг, мне не сюда. Мне вообще не сюда. Аномалии в натуре, как в Сталкер 2 играю. Это Сталкер 2, короче. Такой должен был быть Сталкер 2. Ну или будет. Ну или не будет. Кто его вообще знает. Кошин, осторожно, написано. Так, присесть, это я тоже понимаю как. Я в принципе в игры давно играю. Поэтому я понимаю как пригнуться. Как мне нужно это сделать. Ладно, иду. Бегу, прыгаю. Сейчас на пугетке не хибала, да? Нет, да? Нет? Пинок? Я могу пинаться? Пинаться могу, представляете? А, меня кто-нибудь слышит? А, прием! А, готов покляться. Ладно, неважно. Фрэнсис, радар барахлит опять. Сколько еще ждать, пока ты настроишь эту рухлядь? А я тут.
А, угу, понял. Как забраться в машину? Можно? Нет, это просто обман. Я пинаю машину. Нахера я это делаю? Обратно пинаю. Что делать? А, установите колесо, написано. Я где-то тут видел колесо. О. Е поднять. А? О! Сесть в автомобиль. Завести двигатель. Как реалистично. У меня целое табло целое показывает топливо. Да, точно, сигнал вернулся. На связи Томас Берлоу и Фрэнсис Кук из промежуточной зоны сектора Б. А меня слышно? А сигнал бедствия исходит из внешней зоны. Где-то в секторе Е? Фрэнсис, живу сюда. Да, сейчас, это срочно. Брось этот на секунду. Там что-то есть. Так, ну это какой-то Мерседес. Дверей, правда, нет. Движение. О, живой сигнал поймали. Как слышно? Прием. Эта штука еще работает? Бесполезно. Без передатчика мы ничего не услышим. Но кто бы там ни был, похоже, кто-то из местных. Неужели вторженец? Эй, а как тебе удалось пробраться за внешнюю стену? В зоне отчуждения много лет не было посторонних. Ну, живых, по крайней мере. И если мы не поможем, тенденция сохранится. А, верно подмечено. А, меня слышно? Да ты в большой опасности. Когда нестабильность сомкнется, тебя перемерят быстрее, чем кусок говна. Говядина. Быстрее в убежище, в паре миль от востоку. Советуем поспешить туда. Движение. Давай газу. Бензина-то нет у меня. Сейчас бензин кончится. Так, ну я на автомате еду. Ехать на восток в поисках укрытия. Хорошо, я еду. Так и быть, я еду. Ой, отвлекся. Нельзя отвлекаться за рулем, кстати говоря. Ну еду, просто еду. Ну что тут говорить-то даже? Просто еду, ну вроде ничего, симпатично. Вроде правильно еду даже. Ну конечно, я же говорил, бензин кончится. Я говорил, бензин кончится. Откачать топливо. Куда? Стоп, как сделать стоп? Парковка. Ну конечно, я же говорил, бензин кончится. Канистра. А, что дальше? Откачать топливо из неисправного автомобиля? Ну вот этого я так понимаю. Но он же сгорел. Ну ладно. Добываем топливо, получается. 50, 60. Так, есть. Ага, все, поехали. Заполнить бак. Я же говорил, пустой бак. Нахер я с пустым баком-то вообще поехал? Все? А, 7% все. Еще так долго-то. Можно было быстрее лить. Топливо-то уже. В конце-то концов. Убрать. А что, убрать? А, без разницы. Все, едем дальше. Так, пипец. Быстро. Газуй. Что тут вообще не так происходит? Вторую передачу включи там. Да, стоп, придержи коней, опять на спектрометре тот самый сигнал. Я уже видел волну такой формы, но где? Так, ну нормально. А невозможно, здесь 100 лет не было их. А посмотри на этот спектральный след и скажи мне, что он в точь-точь не совпадает. На что действительно стоит посмотреть, так на скорость, которой движется вторженец. Погоди-ка, если отбросить, насколько мала вероятность, я бы сказал, что он движется на скор... О, нет. Здесь мало того, что вторженец нашел отголосок, так это еще и машина? Мать честна, я боком еду. В зоне отчуждения давно не было рабочих автомобилей.
Ну вот покопаться в его дышке, разобраться, как он вообще на ходу. А давай не забегать вперед. Для начала поможем вторженцу, ехать боком не надо мне, пожалуйста. В глубине души я уже знаю ответ. Они вернулись. Кто они, почему они вернулись и почему еду боком? Когда доберешься до убежища, сразу заходи внутрь. Оффи незваных гостей не любит, но даже злая Оффи предпочтительнее нестабильной зоны. Хорошо. Я почти приехал, я так понимаю. И былысь? Хорошо. Что-то у меня на лице тут это грязное. Блять, ты чё? Колесо отпало. Ага. Реализм, реализм, поехали. Аккумулятор бы сел, двигатель бы бензин опять кончился. Так. Какого хера? Колесо, мистер колесо. Почему вы отпали опять? Идем сюда? А, включить питание. Ага, классно, текстуры. А кто здесь? Кто-то проник в гараж? У тебя 5 секунд, чтобы убраться, иначе я... Ай, голова. Экстренное сообщение. Прием. Прием. Внимание, это сообщение для доктора Офелии Теннер. В ваш гараж по официальному поручению касательно зоны направляется вторженец. Мы имеем серьезное основание полагать, что дальний индивид обнаружил отголосок, принявший форму автомобиля. И... Но не упоминает колосок. Не до него дело. Как я и сказал, суперофициальное поручение касательно зоны. Согласно протоколу, вы обязаны помогать вторженцу во всем необходимом, пока мы не организуем эвакуацию. В случае отказа, эту частоту займет полный пересказ лично мной написанных стихов, а их за 10 лет набралось 17 томов. То слишком быстро, то медленно. Этот голос. Как гвоздомета в череп. Да, очередной вторженец, значит. А вот она говорит. Когда вас не доходит, что беру эту 300-метровую стену, не так, не для этого, короче, построил. Или ты из тех везунчиков, которые сюда не по своей воле закинула? Хотя стой, я только что вспоминала. Мне плевать, как тебя занесло, ты здесь не место, так чтобы любезнейше попросила тебя убраться из моей зоны. Только вот внешняя стена одинаково хорошо, не пускает внутрь и наружу. Придется найти тебе другой выход. Не, машина безопасна. Начни, пожалуй, с ремонта машины, только постарайся не разнести гараж своими хлипкими ручонками. Найти рюкзак на столе. А ее тут нет, она чисто тоже призрак. А что? Нужна помощь? Где-то в гараже лежит гарнитура. Надень ее, и встроенный датчик определит, что нужно починить. А встроенные текстуры определят, что нужно? Тут все плохо с текстурами, вон. Посмотрите. Что это? Что это такое? Что это такое? Так, а это что такое? Это заряжено, аккумулятор заряжен. Это какая-то хрень. А вот рюкзак, да, поехали. Надеть механическое око. Найти механическое око возле карты. А, карты, вон там карты. А где оно? А где око? Око это типа кинопоиск, да? Вот это все. Кино смотреть будем. Возле какой карты? Меня это мерцание занимало, если честно. Так, это что такое? Это какая-то хрень. Я вам так скажу. Так, что у меня появилось? Рюкзак появился? Нет какой-нибудь? Инвентарь, нет? Ничего не появилось. Карту надо найти. Это карта? Дисконнект. Нет, не карта. О, вот это вот. Ого, у меня все появилось тут. Так, хорошо, здоровье 16%. А я аптечку видел, можно же? О, можно.
Станция первой помощи. Вот, хорошо. Починить автомобиль. Затянуть автомобиль внутрь. Хорошо, каким образом? Колесо я могу поставить же обратно и доехать. Летняя шина. Взять. Поставить. Все, теперь я могу ехать снова. Так. Молодец. Ага. А назад как? А, ну тут универсальная передача, понятно. Не привык к габаритам еще. Не привык к аппарату. Так, вот сюда вот. Дерево объезжаем. Че надо боком так ездит? И вот сюда аккуратненько, аккуратненько. Никто нам не подсказывает. Все, приехали. Угу. Умница. Так, ну тут что-то вообще все плохо. Открыть интерфейс гарнитуры. Ох ты, прикол. Журнал. Управление за рулем. Находясь в кабине, вы можете вращать руль. Ну, это логично, да. Спасибо большое, я бы без вас не догадался. А, ну здесь прям куча всего. Двери, монтировки, аптечки. Пара импровизированных пластырей. Этого хватит, чтобы дотянуть до гаража. Хорошо. Изолента и ткань. Кустарная дверь. Металлолом, пластмасса, изолента, осколки. Ну, то есть можно собрать всю тачку целиком. Такой My Summer Car на минималках, да? А, ну вот здесь все. Опасность. Парадоксы. Зарядки 7%. Так, открыть. О, ну да, здесь можно много чего с машины делать. Карбюраторный двигатель. Фара. Бампер. Аккумулятор. А я могу аккумулятор достать? Я могу машину пнуть. Это мне не нужно. Заменить дверь автомобиля. Такое задание у меня. Какую? А, вот эту, наверное, которой нет, правильно? Нужно, ну, вообще две двери нет. Добавить в список дел кустарная дверь. Как это сделать? Задание. Вашему автомобилю не помешает ремонт. Как это сделать? Как это делать-то вообще? Что мне делать вообще? Наверное, вот это вот. Е, это осесть. Я понял. Вернись. Вернись. Не надо. Так, еще раз. Е, это долго держать. Это просто открыть. Хорошо, закрой. R, починить. А, снять. Все, круто. Куда дальше? Сюда? Что с ней делать? Просто чисто убрал дверь. А, сейчас играет. Хорошо. Да, демо-версия, что могу сказать? Как ее починить-то? Что мне нужно сделать? Что я сделал? Ага, выкинул. Все, окей. Как ее чинить-то? Заменить дверь автомобиля. А есть еще одна, типа? Стальная дверь. Подождите. Это другая дверь? Или это та же самая? Добавить список дел кустарные. Подождите, задание, журнал. Нет, нам инвентарь. А где я был это, ё-моё? Задание, карта маршрута. А, подождите. Это я. Правильно? Это правильно. Это здесь. 3 часа куда-то. Непонятно. Так, подожди, ладно. Не надо садиться. Мальчик. R. Снял. Вы несете стальная дверь. Все, хорошо. Нахрена мне вообще дверь? Она точно нужна? Как закрыть гараж? Это что такое? Это светящийся мусор? Может быть, вот здесь можно отломать? Нет, нельзя. А здесь? А здесь тоже ничего. И здесь сортир какой-то. Ну, я вроде как не хочу. Транспорт, журнал, фотография. Хорошо, может быть, в другом цеху. Вот здесь, может быть. Нет? Давайте дверь закроем. Так, от верха подальше. Так, здесь все закрыто.
Rocket Cola, это, кстати, из Fallout. Мы с вами знаем. Хватит. Почините. Так, что это такое? Непонятно. Здесь непонятно. Здесь непонятно. Здесь непонятно. Если это демо, а не, ну, типа, триал какая-то версия, то как бы я хз, вот, если на релизе у нас будет вот эти вот... Вот это вот. Это вообще не круто. Ну, может, это правда у меня? Что делаем? Я где-то видел, что можно что-то крафтить, правильно? Карта, журнал, способности. У некоторых деталей устройств автомобиля есть способности, которые можно активировать. Можно выбрать до 4 способностей. Хорошо. Дверь, вот. Инструменты. Ебать, здесь, конечно, у нас... Всего. Всего очень много. Набор механика. Зарядка. Канистра. Как дверь-то сделать? Кустарная дверь. Это типа в рюкзаке, да, у меня лежит? Угу. Состояние 40. Ну так пусть будет. А, типа эта дверь универсальная, правильно? Теперь она стала багажной. Добавить список дел. Каких нахер дел? Еще мне добавить, я еще не понимаю. Пну тебя. Так, вот так вот. Левая дверь. Просто садиться можно. Удобно же, удобно. Не понимаю. Вообще не понимаю. Кустарная дверь. Закрыть. Абсолютно непонятно. Вот честно, но я вроде не тупой. Но вообще непонятно. В зоне вы можете полагаться только на себя. Двигаясь пешком, вы можете идти, бежать, приседать, прыгать. Вы можете подбирать, ронять, бросать, пинать некоторые предметы. Если вам встретятся кнопки, жмите на них, не стесняйтесь. Гараж. Это ваш дом. В перерывах между поездками по зоне здесь вы можете спокойно ремонтировать автомобиль и создавать полезные предметы. А как мне ремонтировать-то автомобиль, вы скажите? Здесь энергия бежит. Парадоксы. Я не понимаю, как мне играть в эту игру. Пум-пум-пум-пум. Нет? Музыка. А, непонятное и очень интересное, я думаю. Это что такое? Закрыто, типа, да? Мне, может, другую дверь, какие-то ресурсы. Я просто видел там, типа, создать. Или мне нужно где-то на верстаке на каком-нибудь это все делать. Здесь, может быть. Нет, ничего не делается. Так, я забираю обратно. Я забираю, сказал обратно. Вот, вот стальная дверь. Так, я с ней хожу. Вот сюда. А, возьмись. Нет, нет. Сюда нет. Сюда нет. Абсолютно непонятно. Абсолютно. Вот прямо, ну, ноль. Ну, ноль понимания. Добавить список дел кустарно. Где у меня дела? Задание. Починить автомобиль. А как? Ну, добавить. Какие-то другие кнопочки надо тыкать. Давайте тыкать все кнопки. Как хакер какой-то. Ну, вообще ничего не работает. Журнал есть. Хрень какая-то. Баганутая какая-то игра. Не понимаю. Извините. Не понимаю абсолютно. Похер. Дверь давай. Поедем так. Поехали отсюда. Назад. Поедем на другую локацию, может там дверь есть. Так, как свет включить? Это дворник. Что? У меня еще здоровье за то, что я в куст заехал.
Давайте не глупости не говорить. Фары, как включить? Фары, фары, фары. Фары есть. Все, поехали. Блин, я как будто во сне это видел. Давайте, едем. На самом деле, похоже на контрабанду полиции просто чем-то. Едем. Просто еду, я не знаю, что еще делать. Что там, с колесом беда какая-то? Что случилось? Летняя шина. Кустарная дверь. Работай. Одна фара работает, ну ё-моё. Ну явно что-то там вообще не в порядке с машиной. Он еще едет, как будто умирает. И бензина жрет просто за троих. Так, ну я опять приехал к херонке. А я просто круг сделал. Круто. Круто, я сделал круг. Нет, я не нашел ничего, вообще ничего. И не знаю, как сделать эту дверь, и не знаю вообще ничего. Поэтому у меня нет догадок даже, что здесь делать. Возможно, просто недопилено, возможно, багнуто, возможно, ну, я просто тупой. Все возможно. Вот, ну вот это вот, конечно, шикарно сейчас. Вот это вот, вот это вот, вот это вот вау. Поэтому, ну, вроде задумка-то интересная, но реализация пока непонятная. Посмотрим, может быть, полная версия будет интересная, классная. На этом все. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Увидимся в следующих видео и в следующих играх. Всем пока, пока. Ёбнутая дверь, блядь.